Еще на один спортивный комплекс больше в Ханты-Мансийске. Новый объект вот-вот будет готов к сдаче. Строители говорят, что работа выполнена на 80%. Возможности сооружения и его оснащения увидела наша съемочная группа. Слово Александре Амелиной. На высоте 13 метров днем и даже ночью почти 200 рабочих строят объект класса А. То есть здесь можно будет проводить соревнования мирового уровня. В проекте площадки для волейбола, футбола и баскетбола, а также тренировочные залы. Покрытие всех и тренировочных, и спортивных залов будут в виде паркета из сахарного клена американского производства. Вот, это очень дорогостоящий материал, и он имеет свою сертификацию ФИБА. Удобно будет как для спортсменов, так и для болельщиков. Трибуны могут трансформироваться под любые соревнования. Отдельный вход для спортсменов. Вот здесь как раз на макете видно, то есть отдельная зона для проведения допинг-контроля и отдельный вход для зрителей. Да, специальное есть разделение для того, чтобы соблюдать все необходимые правила и требования. Здесь красят стены, заливают полы и устанавливают световое оборудование. Огромное помещение при этом спроектировано так, что не будет потреблять городское отопление. Оно питается с помощью внутренних сетей. Оснащение комплекса самое современное. Из-за пандемии ждали его дольше, чем планировали. Поставка этого оборудования, к сожалению, затянулась. Как изготовление, так и с вопросами логистики были проблемы. Ну, соответственно, сейчас мы понимаем, что эти вопросы решены. Этот комплекс готов уже на 80%. Его планируют сдать в эксплуатацию в 2021 году. Помимо самого комплекса, у жителей и гостей города появится просторная парковка, а также благоустроенная прогулочная зона. В противоположной части города идет строительство его точной копии. Вместе они закроют потребность в спортивных объектах для всех жителей Ханты-Мансийска. Первое здание сдадут уже в мае. Близнеца обещают закончить в октябре. Пока второй комплекс готов на 35%. Александра Амелина, Сергей Ваяшко, Вести Югория, Ханты-Мансийск.